Ебать, балдежка, то, что ты этот как его. Все помыла, все сделала. Мое уважение. Посмотрели, короче, квартиру. А ты куда села? Ну, такая она. Ну, куда нормальная, села? Но... это монолит. Ну, Сереж, посидишь на стуле. Она, ну, такая нормальная, можно в ней жить, но... Бля, вот ты лезешь, ёбаный брод. Ай, блядь. Чел думает, что нахуй трудности для меня. Трудности для меня, это еще большие трудности для тебя, понимаешь, мужик? Григорян, куда? Да я, блядь, нахуй. Это мое кресло. Она охуела? Чел, ты в гостях или где? Я нет. Мужик, согласен. У вас, если такая ситуация будет, вот пришла к вам девочка домой. Вы что, блядь, ей стул дадите? Хуй там, вы сядете, естественно. Ты хуй, а она нахуй. Что? Она нахуй. Или пойдет, или сядет.